Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Сегодня пятый выпуск программы «Спорт Пит», в которой я расскажу о том, почему жердя и пиздоболы дрищит унияцы и что можно вкусного приготовить быстренько и без проблем и вопросов. Значит, сегодня мы делаем куриные ножки. Голень охлажденная. Делать ее быстро, конечно, это не грудки, потому что все качки жрут обычно грудки, но грудки уже просто уже изо рта лезут. И делаем голень, вот, закроем. Мне не платила фирма, вот, для сочной курицы. Очень просто все, рекламы не будет, потому что маги мне не заплатила ничего. Короче, стоит 30 рублей всего вот этот пакетик, делается все моментально. Я недавно начал этим всем пользоваться, потому что надо что-то снимать. А блюда, я знаю, всего два. Это яичница и как их там, куриные грудки вареные. В общем, приправы. Для того, чтобы все это приготовить, требуется 1 килограмм куриных ножек. Здесь все остальное есть. Дается вот такой пакетик. Специально для тунеядцев и бездельников. Что, как мы все знаем, если вы будете кушать то, что готовит ваша мама, то вы будете выглядеть как мама или там как россияне в магазине. Короче, суть в том, что в обычной еде, которую готовят люди, очень много жиров, очень много углеводов и мало белка. В итоге вы покушали там суп с картошкой, потом на второе какой-нибудь овощной салатик с котлетами свиными. В итоге белка вы получили 10 грамм, все остальное, жиры, углеводы, у вас выросло пузо и никаких мышц. Никаких мышц нету, это плохо. Однако, если готовить самому, ну или если научить мать или там девушку, ну девушки практически не поддаются дрессировке. Вот, то есть легче готовить самому. Что я и делаю. Все элементарно. Всю жизнь сам себе готовлю. Возмутительно. Где уроки домоводства в школе? Где? Нету. Короче, все очень просто. Берем, открыли пакет. В принципе, инструкцию можно не читать, и так все очевидно. Но если кому-то хочется, то вот могу озвучить. Значит, поместите пакет в форму для запекания, положите куриные ножки в пакет, затем добавьте содержимое нижней части для приготовления. Закрепите пакет зажимом и распределите смесь изнутри. Избегайте резких движений и встряски пакета. Я хер его знаю, почему избегать встряски пакета. Что, глицерин взорвется, что-то. Ну, ладно, все это. Это все в сторону, это для дураков. Инструкции, ну, это очевидно всегда. Для дураков что-то напишут и потом... Дураки следуют. А, при этом, куриные грудки-то с чем надо есть? Естественно, с рисом. То есть, ну, еще и риса сварим немножко. Рис это уже святое. Рис святое. Я, допустим, добавлю еще горошка. Горох, бобовое растение, очень вкусное и в то же время полезное. Много белка. Отлично. Но перед свиданием с девушкой, ни в коем случае бобовые не кушайте. Но, в принципе, если у вас не намечается свидание, как вот у меня сегодня, если вы собираетесь сидеть играть в компьютер, в зал сходили, почему не сожрать гороха? Почему нет? Только за. Так, все укладываем. Сейчас, я думаю, можно... Протеинчику выпить протеинчика, потому что готовиться это будет 50 минут. За час до того, как я смогу поесть, естественно, надо ебнуть протеин. Протеин, сейчас объясню. Многие думают, что протеин очень вреден. Действительно, протеин очень вреден для идиотов, дегенератов, сука. Вот. Протеин, это что такое? Это белок. Как его делать? Показываю. Берем, наливаем немножко молока. Ну, а тут 300 грамм. Дальше берем. Ахалай-махалай. Оп.
Берем протеин сывороточный, 100% сывороточного белка. Больше здесь вообще ничего нет. То есть ни красителей никаких, ни вкусовых добавок. Засыпаем. Засыпаем немножко. Получается порция. Вот, засыпали. Далее. Быстренько все это взбивается. Миксер. Ну, в принципе, можно шейкер использовать. Но у меня шейкер куда-то делся, потерял. Все. Протеин готов. По сути, здесь белка, как в двух больших котлетах. Только нету ни жиров, ни углеводов. Белок и все. Сейчас это выпью. У меня будет порция белка усваиваться, пока готовится еда. То есть, в принципе, протеин заменяет еду в какой-то степени, но он достает. Понятно, что нельзя питаться одним протеином, иначе охренеешь. Я как сушиться буду, буду питаться одним протеином. И начнется уже блинчики из протеина, запеканка из протеина, протеин из протеина, коктейль из протеина. Многие наверняка слышали, я имею в виду спортсменов, если вы идиот, то вы могли это и повторять. Ну, ты же пьешь протеин. Но это же мышцы не настоящие. Они же искусственные. Ты же вот вырастил эти мышцы. Но от чего они? Они у тебя протеиновые. Ну, здесь, я думаю, тяжело объяснить человеку, что это просто белок, это еда. Если бы я был очень сильно богатым, я бы, конечно, кушал по 2 килограмма говядины в день. Вырезки такой, парной прям. И мне бы не нужен был протеин, в принципе. Но у меня нету 25 тысяч в месяц, чтобы тратить на еду. То есть я не могу тратить четвертак чисто на жратву. А пятерку на протеин могу, поэтому я его и пью. Как это искусственные мышцы, не настоящие, я не знаю. Они же не синтолом накачаны изнутри. Есть такая фигня, качаешь себе гель, мышцы визуально больше. Нет, они настоящие. Обвиснуть они в старости, естественно, могут. То есть, если человек прекратит заниматься спортом, а жрать будет, как пока занимался, конечно, он превратится в кусок говна. Я даже одно время сам превратился в кусок говна, когда меня закрыли в тюрьму, и у меня не было возможности получать белковую пищу, то есть, вообще там были одни углеводы и жиры, и также я не занимался. В итоге я стал заплывать, жиреть. Думаю, так, надо с этим бороться. Ну и через лень, через депрессию всякую стал заниматься, сушиться, тренироваться. И похудел очень даже неплохо. По поводу того, что у всех в старости обвисают. Посмотрите, как выглядит Сталлоне в 60 лет. Как он выглядит? Мне до такого еще качаться и качаться. Правда, у меня не столько денег на гормон роста, но тем не менее, да, Сталлоне красавчик. Просто красавчик. Ладно, экскурс протеины мы как бы немножко прошли. Продолжаем заготовка. Сложнейшая операция. Надо засыпать приправу. Я не знаю, я бы, конечно, все перемешал. Написано, что избегайте встряски пакета. Но, в принципе, наположено хуй наложено. Мне кажется, надо потрясти. Вы, блядь, избегайте встряски. Они хотят меня наебать, чтобы я не просоленную курицу жрал. Закрыли пакет, объем,
вложили, сверху надо сделать несколько дырочек. Несколько дырочек, чтобы выходил воздух. Все. Значит, первая часть морализонского балета готова. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. И заводим таймер. Очень просто. Разогретую духовку берем. Оп. И 200 градусов на 50 минут. Теперь вторая часть. Рис. С рисом все еще проще. Берем рис. Я люблю длиннозерный. Он не слипается так. Называем в душлаг. Ну, тут его надо будет промыть. В принципе, на самом деле, я его никогда не промываю. Это я так, ну, для съемки. А то потом начну, как же ты рис не промыть, ты жрешь, соратников-то ты отравить хочешь. Так никто не делает. Ну, я всегда делал рис, на самом деле, было раза два в жизни. Ну, и сейчас помою, как бы, для эффекта, для красоты. Все, в душлаг и... Все, рис промыли и в кипящую воду. Делов-то всего ничего. На самом деле риса надо варить столько, чтобы он всегда у вас был в холодильнике, стоял сваренный. Чтобы он там не успевал испортиться, но постоянно был. То есть как-то вам надо рассчитывать порцию вареного риса. Захотели пожрать там тунца, говядины, курицы, вообще не важно. Рис должен быть. Это позволит вам всегда иметь полезный гарнир. Шкварчит, короче. Ты знал, что можно в пакетах жарить? Да, даже видел. Я не знал. Какие специальные для жарки, да? Да. В чем фишка, что нельзя было это теребить пакет? Ну, может, на какие-нибудь нанотехнологии, как сейчас модно. Короче, открываем горох. Горох можно открывать двумя способами. Или ножом для открывания, или это. Обычным ножом. Открывашка и геморрой. Мне не нравится. Что ты смотришь, как вот это? Что-то не то делаю. Банку не помыл. Это похуй мне. Помыл? Нет, естественно, помыл. Просто не снимал, как помыл. Так. Что это у вас? Так. Дальше. Берем рис. Тебе вот такая тарелка нормально? Да. А не рассвинячишь по всей кухне? Не, нормально. Только я рис не жру. Не жрешь рис? Нет, рис похож на личинки муравьев. Ой, дурак. Мне три. Сколько? Три. Три? Да. Нос подотри. Может, одну? Да не, одну мало. Одну? Пойдешь ко дну. Так, если тебе сейчас три положить, то у меня две останется. Ну, правильно. А если положить две, допустим, то останется три как раз покушать. На завтрак. Не? Давай еще одну. Давай половину. Дай бульон тебе налью, если хочешь. Ну вот как раз бульоном. Позавтракаешь? Да. Бульон. Так, ну и все. А хитрость, короче, нельзя трогать руками вот эту вот миску. Она прозрачная, выглядит безобидно. Но дико горячая. Ну давай. Залезай жрать. Короче, я вот буду кушать как белый человек. Смотри, рис, курочка и горошек. А ты будешь кушать как? Как белый человек без курицы, без риса. Как негр. Ага. Потому что ты будешь кушать, опять же, смотри, без риса, да, и без гороха. Почему? Как негр, потому что эти куриные ножки на KFC. И горох.
А что там какой-то жесткий, по-моему? Нет, ну ладно. Так, рис я не солил, поэтому я его сейчас соевым соусом полил тихонечко. Все. Так от сои не стоит. Сои не стоит. А мне зачем? Мне что не тут дает. Понятно. Ты веганизмом увлекаешься чуть-чуть. Да. Но уже себя подготавливаешь. Да мне вот как я начал лекции по пикапу проводить, перестали девушку давать. Он говорит, да ты вообще зажрался. Могу себе соевый соус позволить. А соевый протеин ешь? Вот протеин тоже не стоит от любого. Я соевый не ем, но казеиновый у меня не стоит сразу. А у тебя вот как вообще... Как отреагировали твои неспортивные родные, когда ты первый раз попробовал протеин? Вообще, я сначала сам очень испугался. Ну, принимать протеин. Принимать? Потому что я выпил стакан и... сел слушать организм. Так, анализировать. Да. Так как в нем было молоком, часа через три я уже на унитазе сидел. Вот. Тоже анализировал. Анализировал это? Да, потом смотрел, где ты там, моих растворенных органов. Внутренних. Да. Ну как? Меня спрашивают, зачем тебе эти химикаты? Яды химикаты. Нет, ну типа что просто химикаты, хоть знаете чего, из какого сырья непонятного. Угу. Типа нельзя не есть. Так, в принципе, не очень остро. Угу. Я незнакомый был. Ну как говорит, Марс, помоги мне, значит, стероиды достать. Метан. Жиросжигатель. Буду качаться и... И худеть. Да. Ну, короче, ну там было лет 18. Я поехал во Флекс на Петрашке, купил анаболики его. И сжигатель. Ну, себе покупал, ну ему взял. Короче, принес ему анаболики. Все. Я сжигатель я никогда не ел. Принес. Короче, вечером. А следующее утро он ко мне, ну там, 12 часов приходит, такой, Макс, на. Забери, короче, жиросжигатель. Мне не нужен. Почему? Я вчера съел. У меня сегодня утром жир стал выходить прям. Ну, каким образом? Я посмотрел в унитаз, там прям жир из меня выпадает. Прям куски, я боюсь. Ну, понятно. Он съел одну таблетку. Одну таблетку, из него стал выходить жир. Что за таблетки какие были? Ну, обычная как аминокислота. Он говорит, ну, хорошо. Значит, в итоге это, жиросжигатель съел мой папа. Ага, и что, из него вышел жир? Да ничего из него не вышло. Вот. А анаболики мне принес на следующий день, сказал, что у меня печень болит. Я съел вчера таблетку, и сегодня у меня болит печень. Я говорю, да ладно. Я жрал тогда и по 10 таблеток. Каждый день не болел, у меня ничего вообще никогда. Я говорю, Мишка, что ты путаешь? Не-не-не, болит печень, я чувствую, прям вообще сводит. Ну ладно. Ну, наверное, гепатит начался просто. Ну, я просто отдал мне таблетки, ну, у меня еще и 100 таблеток метана. 98. 200 ты успел зажать, прежде чем подболел. 200 сожрал, сразу все. И знаешь как? Есть люди, обсчитаются медицинских каких-нибудь справочников. Да, да, это я знаю такое. Ты читал, конечно? Да. Ужасное состояние, как считаешь. Что нашел? Ну, знаешь, у меня, по-моему, были все болезни. Да? Да, я прям читал симптомы и тут же понимал, что у тебя есть. Все подходит. Ну, ты включи длительный. А ты? Ну, мне пофигу было. Я все читал и понимал, что нет. Ну, не знаю. Может быть, по психиатрии что-нибудь почитать? Может, найдешь. Да, врачи не нашли ничего. Почему ты же этот? Шизофреник? Нет. Тебя же в армию не взяли. А что тебя в армию не взяли? В армию не взяли, потому что в Чечню просился. Ага. Тебя там какой диагноз же поставили? Поставили психопатию. А, говорил, текущую шизофрению, да, ты бишь? Психопатию, эмоциональную волевая неустойчивость. Шизофрения, да? Но, сидя в тюрьме,
и читая психологию, ну, и анализируя свое поведение, поведение окружающих, я понял, что я не просто здоров. Я здоровее всех здоровых. Угу. Потому что тогда я понимал, что ну, это больше политическое, такое, политический больше диагноз, как, знаешь, прибрежневские, прибрежневые, ну, психушку отправляли диссидентов. Ага. Против коммунизма, да, сумасшедших. Вот, а сейчас просто, ну, в армию меня нельзя было пускать, потому что я офицеру сказал, что, ну, вы же все работаете на Березовского, вам прикажут, вы отступаете, прикажут, вы нападаете, вы же боевиков загоняете в горы, ну, потом раз приказ, все, отступаем, вы же им сами оружие продаете и потом солдат поставляете. Ага. Вы, ну, офицер мне сказал, что, ну, ты же нацист, тобой же управляют, я говорю, да, может быть, вами вообще евреи командуют напрямую. Какие? Ну, Березовский. Все, он раз сказал, ну да, здесь ты прав. О, домой. Дурак. Я говорю, ну, если начнется революция, то я первым буду офицеров убивать, потому что они враги русского народа. Ага. Ну, по сути, а что, не так? Так. Ну, все. Меня, кстати, как сажали, ну, в тюрьму, мусора. Решили, что я подделал белый берет, но эти бы за это мне статейку добавили за взяточничество там. Угу. Левые справки. Поехали в Ковров, в эту часть. Откуда меня выгнали? Выяснили, что все реально меня выгнали. Целый придурок. Ну, меня это не спасло, правда. А что, от армии? От тюрьмы. Ну, в армию дураков, ну, не дураков, не берут нацистов, тему берут. Я еще, как обычно, наврал, помню, на медкомиссии в тюрьме, ну, это была медкомиссия, наверное, как ее, психиатрическая экспертиза. Я наврал, что у меня отец алкоголик. Я всегда врал со школы. В школе, смотри, говоришь, отец алкоголик вообще. И никто не вызывает его, потому что зачем он нужен, правильно? В колледже я то же самое рассказывал, отца не вызывали. Ну зачем вызывать алкоголика? Потом на суде, когда зачитывали в приговоре, анализ, ну как экспертизу в приговоре уже зачитывали, там 13 съемочных групп, папка мой стоит, красный весь. Алкоголизм родителей, алкоголизм отца. А что разделение не сделал? Типа, ваша честь? Ваша честь. Это вы не подумайте. Давай просто ему сказал. Да, это было смешно. Но не спасло. А ты думал, что тебя из тюрьмы выгонят то, что ты травму получил? Ну, я думаю, мало ли, может, тоже посочувствуют. Да не, нифига. Но $400 я сэкономил. Ну, сейчас А прикинь, если бы ты так не сказал ментам, то тебе бы дали не 3,5, а 2 условно. А дурак. $300 сэкономил? Да нет. Я думаю, тут уже было не отвертеться. Ну, зато сколько книг прочел. Сколько? Очень много. Сколько рисинок у меня в тарелке. Ого, ничего себе. Да ты мудрец. Да. Все. Рис больше не хочу. Курицу сожрал. Заканчиваю мероприятие. Гаси шарманку, Иисус. Иисус, выключай. Блять, курица протухшая. Иисуса-то нет. Это вчера крещение было, вот что мне ищется.